Мы все знаем, что когда началась борьба с эпидемией, каждый столкнулся с дефицитом масок. В аптеках их часто не было. Наши производители сейчас работают и иногда круглосуточно, чтобы компенсировать этот недостаток. А пока мы нашли возможность раздавать маски тем, кто вынужден ехать на работу или по другим срочным делам. Постараемся сделать так, чтобы у тех, кому пришлось выйти на улицу или куда-то поехать, были средства защиты. Так безопаснее. Спасибо нашим сотрудникам полиции, ГИБДД, волонтерам, которые сейчас раздают маски и защищают тем самым наших жителей. Мы организуем эту работу во всех городах Подмосковья. И, конечно, отдельные слова благодарности тем, кто дисциплинированно получает QR-код перед тем, как выйти из дома. Берегите себя.